Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, напоминаем, что 11 сентября нас всех ожидает великий праздник. Это усекновение главы Иоанна Предтечи. И в этот день вы можете прочитать молитву Иоанну Предтечи о здоровье, либо об исцелении. Ну а для того, чтобы прочитать молитву, нужно открыть икону. Также вы сейчас видите икону на видео и прочитать молитву 3 раза в любое время суток 11 сентября. Для обретения здоровья и хорошего самочувствия помогает молитва Иоанну Предтечи об исцелении. Сама молитва дает настрой на возрождение сил и ресурсов вашего организма и дарит выздоровление. Святой обязательно вам поможет исцелиться от тяжелого какого-то недуга и восстановить ваше здоровье. Ну а далее слова молитвы Иоанну Крестителю. Святой Предтече и Крестителю Христов Иоанне, проповедник сы покаяния, кающихся, не презри нас, но молися ко Владыка Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многие грехи впадших, смерти убочаем о гресях же наших, николи же, по болехам и о Царстве Небесном не попеликохомся. Но не презри нас, Крестителю Христов, честный предтечи, более рожденный всех, постником и пустынником наставничи, чистоты учителю и ближней друже Христов. Тя молим Тебя, прибегаем, не отрени нас, просящих Твоего заступления, обнови души наши покаянием, еже есть второе крещение Твоим ходатайством пред Господем и спроси нам очищение грехов. Уста недостойно вопиют к Тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное из глубины воздыхает. Простри пречистую Твою десницу и защити нас от врагов видимых и невидимых. Ей, Господи Иисусе Христе, молитвами святого Иоанна, Крестителя Твоего, изряднее же пречистая Твоей Матери, Владычицы нашей Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресях. Ты, ибо сие Бог кающихся и Надя Спасителя, возлагаем надежду славище, пресвятое имя Твое, с обезначальным Твоим Отцем, и со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Друзья, слова молитвы будут в описании к этому видео. Также обращаем ваше внимание, что у нас на канале вышел видео касательно праздника усекновения главы Иоанна Предтечи, что строго запрещено делать в этот день, а также приметы и традиции. В комментариях под этим видео вы можете перейти по ссылке и посмотреть это видео. Друзья, мы всех поздравляем с великим праздником, с праздником усекновения главы Иоанна Предтечи. Если вы можете пойти в этот день в церковь, в храм, поставить свечку, то сделайте это. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Ну а мы с вами услышимся уже в следующем видео.